Счастья, здоровья. Нормально, так это принято, да? Тем, кто смотрит, я хочу пожелать в этом новом году и вообще, в принципе, по жизни делать больше того, что нравится, слушать себя. Желаю разговаривать, быть друг другу ближе, ну, чувствовать тепло и отдавать его, дарить его. Чтобы наконец-то мы все уже воссоединились в нашем прекрасном офисе. Я очень по нему скучаю, я думаю, что я не одна такая. Я хочу пожелать всем партнерам веры в успех, потому что это очень важно, верить в то, что ты делаешь, верить в свою команду и двигаться вперед, несмотря ни на что. Хочется, чтобы у нас есть новые концепции, и вот они круто развивались, и вот выстреливали так же, вот, как Dodo. Вот. И новых стран хочется, правда. Новых стран хочется, да. Всем коллегам, всем нашим пиццериям, всем нашим стартапам и будущим проектам не бояться действовать в условиях неопределенности, а рассматривать это как тотальную свободу к действиям и как тотальную, вообще максимально крутую возможность что-то сделать новое и не бояться просто делать. Делайте. Я желаю нам всем, чтобы мы были такими же бодрыми, веселыми, активными и не боялись изменений, как мы не боялись их за те много лет, что мы работаем в Dodo. Всех с Новым годом! Чтобы наша команда росла еще больше, не только в России, но также и за пределами нашей родной страны, то есть в Европе, в Азии, в Африке. И пусть у нас будет больше крутых коллабораций, сезонок и вообще новых продуктов. Путешествовать везде, где захочется, сколько захочется и когда захочется. Не ощущать в своей жизни никаких рамок, границ. В следующем году, чтобы производственный цикл всего, запуска новых продуктов, запуска рекламных кампаний тогда немного расширился, чтобы у нас обычно было больше времени для того, чтобы что-то делать, а не вот так вот, когда мы в последний момент принимаем решение и это. Ну, короче, стоит повзрослеть. Год показал, что если есть здоровье, найдутся силы для всего другого. Доверять друг другу, вот. Не бояться каких-то там изменений. Ну, то есть сомнения и страхи всегда будут, но важно помнить, чего мы вообще сами хотим, куда мы идем, и вот на это обращать внимание. С Новым годом!